А у кого мы тут в гостях? Варюша. Варюша, Каркуша такая, да? Варя такая хорошая девочка. Варя и вон Тимошка. Варечка. Варечка такая девочка. Такая девочка хорошая. Лежишь, отдыхаешь, да? Ты лежишь, отдыхаешь, маленькая. Тебя ему... Тимошка, господи, хотела сказать и енот, и Тимошка. Емошка тебя не достает. Варюша. Тимошка. Тимошка. А тут, оказывается, еще кто-то. А тут еще кто-то. Я нашла ворону. Варю. Тимошку. А вот эту девочку я что-то не припомню, как Насушку зовут. Ой, Тимошка звуки издает. Тик-а-та-тик. Тик-а-та-тик. Что-то сходила за перчиком? Да, да. Давай попробуем им перчик дать. Перчик, что ты там роешь? Смотри, она что-то роет. Что-то роет. Вот, оп, скажи. Вот перчик держу. А ну. Давайте перчик. Перчик. Ну, целенький, может, нет? Может, пополам его? Пополам. Давай, розовый. А я уже. А ну-ка. Будем такое? Такое будем? Давай я тебе дам без семечек. Вот такую дам. Выдашь? Скажи, семечки нужны, семечки. Семечки нужны? Нужны семечки? Вот. Нет? Нет. Нет, уже не хочется перчика. Тимошка, подожди немножко. Будешь такой перчик? Вы я такое не едите? Это да. А что мы бегаем туда-сюда? Свободу попугаем. Это точно. Свободу. Эти дом разнесут и не заметят. Свободу попугаем. Так, ну так как-то это... Дружочек. Пирожочек. Нет, так плохо. Сейчас попробуем. Туда-сюда, туда-сюда. Так. Насушонок что-то там прям копает. У него нора. Нора? Да. Он там прячет что-то. Ох ты, что такое. Варя перчик кушает. Так, а кто тут? Кто тут? Кто тут прилез к нам? Как все на сухе. Ой, ты что, ты куда? Перчик. Ты куда, Варя? Перчиком там. Прятала его. Так, Варя, давай я тебе еще сниму. Ты подвезешь как раз эту семечку. Ага, вот так. Вот. Да, Варя, он подклевывает. Перчик Варя зашел. Вот этим товарищам не очень. Тимошка, ну ты как все еноты, да, в наглую прошелся. Ага. Куда ушел? А, вон опять, тудым-сюдым вот на это сухо, вот. Как всегда, на дерево. Ей надо на дерево. Не на то дерево лезешь. Смотри. Какое есть, хоть маленькое, надо на него. Вон рядом большое. Лезь на большое. Ветки бесят. Какие-то веточки. Соломка, что ли, какая-то. Соломка, да. Опа. Только что вот пыталась она туда лезть. На дерево. Угу. На деревья. Орешки какие-то вон. Варя, банан там у тебя был, оказывается. Там если покопаться, он... С голоду не помрешь точно. И бублички.
яблочки. Тайная жизнь диких животных. Кто там? Там, по-моему, Лиза. Ну, червячки какие-то, да, что-то раскапываем, выкапываем. Что-то вкусненькое. Вон дичь идет.